Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и также Екрокоздя... Еще раз, два, раз, два, три. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и также Екрокоздя... Собака сутулая, я не могу десятый раз уже сказать это слово. Встань возле меня. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и также Екрокоздя... На кой черт я тебе такое сложное имя придумал? Так, давай еще раз. Давай уже, если ты не выговоришь, уже идем как идем. Хорошо, давай. Как делишки, ребятишки? Екрокозябра, все, я запомнил. Все, стой на месте. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и также Екрокозябра морская, короче, все. Всем здравствуйте. Вы не поверите, но мы находимся где? В Зилибилитрянде. Рассказывай, молодой человек, что это за место. Мы находимся там, где люди мутируют каждый день. Мы находимся там, где любой человек в любую секунду может получить какие-то суперспособности. Там, где я могу стать криперменом, а Катя — свинюха-вумен. Ну почему? Я хочу крипером быть. Неважно, мы находимся в Майнкрафте. Это значит, что сегодня нам бог Майнкрафта приготовил очередной челлендж. Мы также не знаем, что здесь будет, только то же самое, что и вы. Что я сказал в начале, то, что мы находимся там, где кто-то в кого-то может превращаться. Короче, оборотни мы будем, оборотни. Да не оборотни мы будем, это уже, наверное, где-то 1 800 000 серия. И посмотрите мой инвентарь, что мы получили за 1 000 000 серий. Один алмаз. А у меня, между прочим, очень много книг и седло. Самые полезные вещи в Майнкрафте, если много книг, это не значит, что ты будешь умный. Давай заходим вот сюда, в эту дичь. Надеюсь, что здесь мы хотя бы что-то можем найти, пока Майнкрафт опять не начал нас очень сильно троллить. Как ты думаешь, мы когда-то в этой жизни сможем пройти вот этот Майнкрафт, но и убить дракона, или нет? Мне кажется, нет. Я вообще, на самом деле, еще 10 серий назад хотела уволиться отсюда и не проходить эти челленджи. Алло! В смысле, я как бы тоже, ну, в смысле, мне с одной стороны нравятся эти челленджи, а с другой стороны, они часто слишком непонятные и вообще не позволяют нам нормально поиграть. Давай, Катя, давай. Только на плиту не падай. И рядышком упасть. Вот. Не смей к ней прикасаться! Как я знаю, ты большая любительница... Книга! Золотое яблоко и зачарованная книга на шипы 2. Опа, а тут еще... Меня? Подожди, тут еще одна зачарованная книга и тоже на шипы 2. Вы что, издеваетесь? А у меня небесная кара. Небесная кара 5. Что это такое? Это против нежити, если я не ошибаюсь. То есть намного быстрее можно убивать тех же скелетов. В принципе, полезная шняга. Ага, а яблоко золотое и переливается. Это что значит? Вот это вот, вот такое вот яблочко, вот такое. Ты нашла зачарованное яблоко, да я тебе не верю, а ну дай, дай на секунду. Да нет, дай мне, дай на секунду, дай на секунду, это артефакт древних богов. Она у меня второе есть. А, в смысле у тебя второе есть, откуда? Два лежало. Ты понимаешь, что это случай просто на триллиард процентов найти золотое зачарованное яблоко, а ты нашла два зачарованных яблока в одном сундуке? Ну все, один тебе, один мне яблок. Ты ведьма, ты в курсе? Это невозможно. Объясни, что это все значит-то. Выбирайся наружу, я тебе потом объясню, что это все значит. И оба. Фу, а, оп, погнали. Ты идешь? Ща, у меня тут немножко задание поважнее будет. 9 лишних TNT, как говорится, никогда в этой жизни не помешают, да, Катя? ТНТ? Да, но тут же ТНТ внутри было вот этой крепости. Поэтому сейчас, подожди, я выберусь. О, наконец-то ты вышел. Ты что? Ты тупица, что ли? Ты что делаешь? Не бей меня! Ты что, с ума сошел, что ли? Я сейчас тоже тебя бить начну. Катя! Ты себя в зеркало видела? У тебя нос встал! Ты чё обзываешься, а? У тебя встал нос, он вперед смотрит! Не понимаю. Я...
Ну слушай, ты как-то... Честно тебе скажу, не обижайся, хоть ты даже моя девушка, ты моментально как-то пострашнела. Не говори, что я превратилась в кого-то. Ты превратилась в Маринку. Нет, только не в Маринку! Почему? За что? Почему Маринка, а не мистер Крипер? Слушай, так мне не только передалась внешность ведьмы, но еще и ее способности. У меня весь инвентарь просто в зельях, всяких разных. Ой. Кать, зелье использовать надо, не просто его выбросить на землю, а вот так. Ну, это я должна была сделать, ты! Ну так давай, с меня ведьма лучше даже, чем с тебя. Выброси правой кнопкой, давай. Так, правой? Да, нет, правой. Нет, не подходи ко мне близко, чтобы да. Я себя не отравила. Вот давай. Так. Да чё ты? Ага, и себя отравила, да? И себя отравила. Чёрт, блин, ладно, пошли. Иди в задницу, пошли. Пошли, давай. Открой меня. Спасибо. Пойдем уже на улицу скорее. Да ты меня траванула, я сейчас умру. Кать, слушай, да ладно. Может мы когда-нибудь в этой жизни, давай просраиваемся, может когда-нибудь в этой жизни я использую вот это зачаренное золотое яблоко. Оно про... Я не знаю честно, как оно тебе попалось, но это с ума сойти просто. Давай, выходи на улицу, выходи. О, Катя, тут твои подружки, давай ты сама с ними будешь разбираться. Так, Мариночки, девочки мои, успокоились. Мне кажется, они тебе или завидуют. Ой. Ой. Ничего, у меня еще зелье осталось. Я им сейчас тут устрою. Блин, отвалите от меня, блин! А ты-то кто еще такой? В смысле я-то кто? Пошли давай на улицу! Подожди, подойди. Куда подойти? Подожди, а почему у меня в руке меч не видно? Ты Эдисон? Кивни три раза, если ты... Молодец. А почему ты синий чувак какой-то бледный? Я первый раз такого вижу. Что за дичь? Я как будто разбойник в ночнушке какой-то. Это кто вообще? Это подожди, это я... Это разбойник в ночнушке, в пижаме, в детской. Это я в кого вообще превратился, я не могу понять. И что самое главное, у него нет никаких способностей. Мне просто нос отрастили и все. То есть у тебя ничего даже в инвентаре нет? А у меня знаешь, что есть? Смотри, что у меня есть. И что Опа. Это? И что это? Ты меня видишь? Да. Это что, бракованное зелье невидимости, что ли? Фу, блин! Все, давай! Давай, вот сейчас надо покушать, и давай выходим на улицу. Нам надо найти с тобой ближайшую деревню, как мы это, в принципе... О, Маринка, да... Собака. Маринки злые, лучше к ним не подходить. Я думала, мы заодно, но мы, походу, враги на всю жизнь. Слушай, она меня даже не била. Прикинь, я, наверное, просто всем ведьмам очень сильно нравлюсь. Я очень симпатичный. Да, конечно, ты бы себя видел, я бы к тебе даже не подошла. Если бы не знала, что это ты. Тикаем его нафиг отсюда, от этих Маринок. Ищем ближайшую деревню. Возможно, жители знают, или у них есть какое-то противоядие от того, как нам с тобой вылечиться. Подожди, смотри, у меня есть зелье удачи. Давай. Бахнем на двоих. Давай, бросай. Давай. Раз, два, три. Удачи. На 4 минуты. Вот честно, я никогда не понимал, что дает вот это зелье удачи. Если кто-то знает, напиши в комментах. Возможно... Опа. Кать. Что такое? Перед нами деревня. Не говори, что это зелье удачи. Ага, зелье удачи взяла и построила деревню за 2 секунды перед нами. Нет, нам просто, наверное, повезло очутиться в том месте, где была деревня. Хоть я сомневаюсь, что это из-за зелья. Ладно, ты просто случае... не веришь. Я просто не верю, да. Пацан Трен, нужна помощь! Вы врач? Вы врач? Нет, вы не врач. Подожди. Иди сюда, мне что-то плохо опять. Опять плохо? Да, опять плохо, не подскажешь, что это может быть. У меня, короче, такое ощущение, что внутри меня все шипит. Вот так вот. Как будто троит. Ядрёный случай. Что? Катя. Что? Если у тебя вдруг появится дикое желание выпустить газы из одного места, не выпускай ни в коем случае, потому что подорвешь всю деревню, просто на воздух она взлетит. Не выпускай газы, пожалуйста.
Кать, Кать, ты крипер. Я мистер Крипер! Ура! Я мистер Крипер, мистер Крипер! Мистер Крипер всех умней! Мистер Крипер увеселей! Мистер Крипер... Если кто-то не знал, то самое любимое существо Кати в Майнкрафте это мистер Крипер! Мистер Крипер! Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы? Ну не убегайте от меня, я нормальная. Мистер Крипер, да ну... Ну куда ты? Ну давай... Вот. Ой. Нужна помощь! Очень быстро нужна помощь! Кать! Что такое? У меня просто настроение все подорвать тут к чертям собачьим. А так все хорошо, ты где? У меня проблема, я почему-то не помещаюсь в дверной проем, я застрею вот башкой в нем. Я не вижу тебя! Ты своих! Ты братков своих-то предупреждаешь, что меня трогать не надо, я свой! Ты где? Я тебя не вижу! Перед тобой, Дуримон, да в смысле, вот, если это ты, вот, я тебя толкаю! Голем? Кого? Ты голем! С красными глазами! Бдыщ! Ой! Ты сама себя подорвала, Дуримон! Я просто истинный мистер Крипер! Ты на кого рыпаешься? Ты у меня столько бицухи, тебе со мной не потаскаться. Кать, возвращайся обратно, нам нужно противоядие найти. Да я тут рядышком, сейчас прибегу. Да, братан, ну мы же с тобой одной крови. Ну, подожди, ну давай поговорим по-хорошему, пожалуйста. Мы с тобой братья от одной мамки. Да пошел ты. Ты так смешно бегаешь. Ла-ла-ла-ла-ли, ла-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 ла. Опа, опа, так, опа. Сейчас, мы тут все подорвем, не, и я... Кать, не надо, я понимаю то, что у тебя бурлит криперская кровь. Не надо здесь ничего подрыв... Кать. Я мистер Крипер. Да ядреная перловка. Ты чё портишь деревню жителям? Не подрывай, пожалуйста. Кать, да хватит! Все, успокой, я тебя молю тебя, не подрывай больше ничего. У меня осталось еще одно зелье от... Хочешь узнать, какое? Да. Давай. Давай вместе. Сейчас узнаешь, что это такое. Раз, давай. Два, три. Ой! Прыгучесть? Да, мистер Крипер еще и прыгун. Тарарарари, посмотри на меня, я как будто танцую. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ли-ла-ло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, каждая серия, да, не без наркомании. Все, отстаньте от нас, Кать, нам нужно с тобой куда-то спрятаться. Давай. Да, мне кажется, наступила ночь, и сейчас должно что-то произойти нехорошее. Предчувствие какое-то очень странное. Ведь оборотни обычно ночью превращаются. Передо мной зомби в бронежилете. Ну, в принципе, их как-то многовато. Зомби, в, зомби в бронежилете и в каске. Идите нафиг, а. Поджигай их нафиг, у тебя есть оружие же против них. Ставь ребят, и поджигай. Ребят, все, пока. Пока. Ничего, они разошлись все от него. Ну, надо так быть... надо... Так, давай спрячемся в дом какой-то. Давай за мной, Кать. Ой! За мной! Поджигай эту шарманку и давай за мной. Пошли. Я их поджигаю еще. Все, давай за мной, пошли. Ой, надо... Ой, снимай себя, подожгла! Горящий крипер! Прячься в дом. Помоги! Прячься в дом, пошли за мной! Я сейчас сдохну! Не надо сдыхать, надо отсюда как-то... Подвиньтесь, пожалуйста. Пошли, дай. Ты где? Тебя жду. Я здесь. Я возле леса, подбегай сюда. Вот прямо, да, вот так беги. То есть ты знаешь, кто я? Ну, примерно представляю. Ты чики-бомбони, который почему-то боком, да, бегает и на меня смотрит. Ты знаешь, мне настолько дико жарко, как будто у меня такая шерсть плотная. Невозможно. А ты-то кто? Я даже не знаю, я опять первый раз вижу такого персонажа в Майнкрафте. Глаза косые, тело серое, какой-то хвост белый. Ты кто? Я походу попал... Как этот мультик называется? My Little Pony? Это My Little Pony?
Ёпки. Радуга, дашь? Нет, чё б не хватало сейчас с радугой обосраться. Надо как-то найти способ с этого проклятого челленджа Майнкрафта. Реально, каждую серию он как будто только хуже и хуже становится. Слушай, а может в начале серии то, что ты нашла в одном сундуке, это и был выход из этой всей ситуации? Золотое зачаренное яблоко, да. Ты предлагаешь его сожрать прямо сейчас? Ну а чё нам делать? Я не хочу вот этой радугой дристать. Извините, конечно, вот я хожу хвостиком машу налево-направо. Слушай, ты знаешь, у меня после мистера Крипера осталось 46 ТНТ. Я просто могу нас сейчас подорвать, в принципе, и на этом закончить. Слушай, не... Кать, успокойся, давай просто сидим это... Йоооо, что ж ты будешь делать? Ты непослушная чики-бомбони! Я такая чики-бомбони. Я вижу там еще одну деревню, но меня от этих деревень уже тошнит. Честное слово, дай мы с тобой просто кушаем вот это зачаренное яблоко и... Фу, да, яблоко, и до свидания. Ты серьезно? Давай, иди тогда сюда и будем кушать. Не надо вызывать психушку, да, ты не сошел с ума. Я настоящий пони, но я сейчас съем это яблоко и перестану быть пони. Кать, подойди и давай кушаем. Ой, страшно, очень страшно. Все, давай, короче, раз, два и три. Регенерация. 150, 98 дополнительных сердечек, короче. Пипец. По идее, до утра мы должны превратиться обратно в нормальных гражданинов. Слушай, я себя так хорошо чувствую. Ты уже превратилась? А да. Колодец желаний! Пожалуйста, преврати меня! О, я сам упал. Ладно, пока. Надеюсь, я выплыву нормальным, здоровым человеком. Колодец желаний не работает! Тону! Кать, спасай! Спасай! Сломай блок! Сломай блок! Не! Вот сам сломал, молодец! Вернулся наконец-то! Слава... Хороший, красивый! Слава яйцам куриным! Нет, Кать, ты больше не мистер Крипер. Ладно, хорошо. Разрешаю тебе взорвать последний блок динамита. Я сказал последний, Кать. Хорошо. Ты же его даже... Хорошо. Всем спасибо, всем удачи, чики-бомбони!